Ты единственный выживший на концерте группы «Вафельная Ксюша» 2005 года. До сих пор тебе снятся кошмары, в которых ты безуспешно убегаешь от фиолетового тумана и истекающей кровью солистки. Заходишь в продуктовый, чтобы купить чего-то к чаю. Твое внимание приковывает стеллаж с вафлями Ксюша. Начинается паническая атака. Ты пытаешься выбежать из магазина, дверь поддается только с третьей попытки, и ты в ужасе выбегаешь на улицу. Чувствуешь, что тебя кто-то хлопает по плечу, оборачиваешься. На тебя смотрит молодая продавщица, в ее ушах серебряные сережки в виде змеек. «Вы забыли», — с улыбкой говорит она и протягивает тебе вафли. Чувствуешь, как немеют конечности и першит в горле.